Let's walk through together. Поэтому Hosea давайте вместе разберем с вами эти оставшиеся главы с 11 по 14. God looks back to when He first called Israel to be His. Бог вспоминает тот момент, когда Он впервые призвал народ израильский, сделал его своим народом. And He says, "I called my son out of Egypt." И Он сказал, я вызвал сына моего из Египта. And we remember the Egyptian captivity. И мы помним с вами время египетского пленения. God raised up Moses, the deliverer. Когда Бог поставил Моисея, освободителя. And how the 10 plagues were thrown against the Egyptians. И мы помним время 10 казней, которые Бог послал на народ египетский. And then God called them out of Egypt through потом, the Red Sea. А Бог вывел свой народ из Египта через Черное Красное море. And the nation was birthed through the Red Sea into the wilderness. Этот народ был введен в пустыню. You can even remember that this particular phrase is found in Matthew 2, verse 15. Вот эта самая фраза, вот это самое выражение мы читаем в Матфея 2, Matthew 2, 15. Второй главе, 15 стихе. When Jesus was a small child, his parents took him to Egypt to escape King Herod. Когда Иисус был еще младенцем, его родители увели в Египет для того, чтобы избежать смерти от руки царя Ирода. But Hosea is talking about the original nation of Israel coming from Egypt. Осия же здесь говорит действительно о том времени, когда Израиль был выведен из Египта. And then the people of God grew up. А потом народ Божий возрастал. And God was like a father to them. А Бог был им отцом. Teaching them. Наставляя их. Nurturing them, walking with them. Питая их, ходя с ними. And every step of the way, Israel has rejected God. Но на каждом шагу народ израильский отвергал Бога. And no human parent has ever been sinned against as God has been. Знаете, мне кажется, никто так не грешил против своего родителя, как народ израильский грешил против Бога. Verses 6 and 7, he just reiterates that God's people seem to be committed to walking away from Him. В 6 и 7 стихах мы читаем о том, что народ буквально закоснел в отпадение от меня. And God is resolute, I will destroy them. И Бог принимает твердое решение, я истреблю этот народ. But then we turn to verse 8. А потом мы доходим до 8 стиха. And you can just hear, you can feel the heart of God breaking over His people. И можно буквально услышать, буквально почувствовать, насколько раздирается Божья душа, насколько болит Его сердце о своем народе. Would someone who has your Bible open, please just read verse 8. А если у вас есть, если у вас Библия открыта на этом месте, прочитайте 8 стих, пожалуйста. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебе Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севаим? Вернулось ко мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. It's amazing how the compassions of God are kindled on behalf of His people. Просто изумительно, насколько милость Божия простирается к этому народу. We can think of a New Testament parallel, perhaps, in the parable of the prodigal son. Наверное, определенной параллелью, новозаветной параллелью, вот этому отрывку может служить притча о блудном сыне. No doubt the heart of the father was broken as he watched his young son walk away. Нет никакого сомнения в том, что сердце отца было разбито, когда его сын ушел от него. But when he saw his son after having been in the pig's pen, come back to him. Но после того, как сын его, хлебнув горе и несчастье, и после того, как он ел вместе со свиньями, все-таки вернулся к своему отцу. The father's heart was full of love, just like God's heart here. Сердце отца наполнилось любовью, примерно так же, как описано здесь. Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. I will not execute my fierce anger. Поэтому Бог дальше говорит, не сделаю по ярости гнева моего. And I will not destroy Ephraim again. И не истреблю Ефрема. What I believe Hosea is saying and what the Lord is saying. Мне кажется, Осия и через Осию Бог говорит. Is that there is going to be a very serious judgment. Что грядет серьезное наказание. But because of the covenant
God made with Abraham, но благодаря тому завету, который Бог заключил с Авраамом, and because of his love for his people, и благодаря невероятной любви к своему народу, it will not be a forever destruction. Это будет не постоянное наказание, не раз и навсегда. And there is, in fact, a future for Israel. И для Израиля на самом деле есть будущее. Verse 12 is another statement of Israel's rebellion. 12 стих — это еще одно утверждение о противлении Израиля Богу. And then we come back to chapter 12, verse 1. А в первом стихе 12 главы more descriptions of how Ephraim walked away from God. Мы читаем дополнительное описание того, как Ефрем отошел от Бога. Says that Ephraim feeds on wind. Ефрем пасет ветер. Wind is not very nourishing. And the idea is that his pursuits are all vain. Здесь заключена следующая идея. Он занимается совершенно бесцельным делом. Notice in these verses, especially verses 2 and following. Обратите внимание в стихах, особенно со второго и далее. It is telling the historical narrative of Jacob. Здесь идет исторический нарратив об Иакове. You remember how Jacob and Esau were in the womb of their mother together? Помните, когда они были вместе в чреве матери and своей? And they wrestled in the womb. И они боролись там прямо в чреве. And Esau came out first. Вначале родился Исав. Jacob was holding on to his heel. А Яков держал его за пяту. He was a heel grabber from the very beginning. С самого начала он был настроен на борьбу. Да. Yeah. And all through his life, запинал брата своего, да? Jacob was trying to take advantage of his brother. И на протяжении всей жизни Яков всяким разным образом пытался навредить своему брату и воспользоваться. Was a conniver. But God found him at Bethel, and God is the one who was ultimately responsible for Jacob's blessing. Но Бог нашел Иакова в Вифиле и в конечном итоге благословил его. So we go from Jacob's conniving and God's faithfulness and grace. И поэтому мы с вами видим вот эту картину, такое неприятное, неправильное поведение Иакова и постоянная Божья любовь и верность. To yet one more accusation against Israel. И благословение. In verse 7 and 8. И с этим мы переходим к еще одному обвинению Израиля в 7 и 8 стихах. We saw the same accusation in the book of Amos. То же самое обличение во грехе мы читаем в книге Амоса. It has to do with oppression of the poor and having merchants having false balances. Здесь говорится о притеснении бедных и о неверных весах торговцев. There is a painting in America. В Америке есть такая картина. That I have not been able to find, or I would have brought you a copy of it. Я, к сожалению, не смог найти репродукцию, иначе привез бы ее сюда. But it is a picture of a woman buying a turkey from a butcher. Это картина, изображающая женщину, которая покупает индейку у мясника. And from the perspective of those of us who are viewing the picture, и мы смотрим на эту картину с такого угла. We have a side view, so we can see the butcher over here and the woman over here. Как бы со стороны, поэтому вот мясник расположен здесь, женщина здесь, и мы смотрим со стороны. The turkey is on the scales. Мы видим, что индейка лежит на весах. And the butcher has his thumb on the scales. Мясник держит вот так палец на весах. To make the turkey heavier. Для того, чтобы придать дополнительную нагрузку. And the woman on the other side of the counter has her hand raising up on the scales. А с другой стороны, женщина поднимает весы. To make the turkey lighter. Для того, чтобы индейка весила меньше. Each trying to take advantage of the other, right? То есть каждый пытается обмануть другого. Мясник пытается обмануть женщину, а женщина мясника. Each thinking they're getting the better of the other. И каждый думает, что вот сейчас все-таки в свою пользу ему удастся что-то урвать. And it is kind of a funny picture. Но это на самом деле очень смешная картина. But here, но здесь, when it really happens, здесь, когда это на самом деле происходит, it's not funny, it's just unjust. И неверные весы в руке торговца, то мы видим, что это просто несправедливо. It is unrighteousness, oppression of the poor. Это несправедливость, это
притеснении бедных. And that's just one more reason why Israel is heaping judgment upon herself. И это еще одно, еще одна причина того, почему Израиль собирает себе на голову наказание. So back and forth, Hosea goes. Поэтому туда-сюда, постоянно Осия говорит. God says, I love you, I love you, I can't let you go. Бог говорит, я люблю тебя, я не хочу отпускать тебя, не хочу оставлять тебя. But you're sinning so much, I must discipline you. Но, народ мой, ты грешишь настолько много и настолько сильно, что я должен наказать тебя. So we come to verses 9 and 10, and there's another great promise of blessing. И в 9-10 стихах мы снова читаем великое обетование благословения. When God says, I will make you live in tents again, in verse 9. Когда в 9 стихе мы читаем, «Я, Господь, Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах». And I believe that reference to living in tents has to do with the Festival of Tabernacles. Мне кажется, что здесь идет ссылка на праздник кущей. Where once a year for a week, когда один раз в год на протяжении недели, the people of God lived in tents. Божий народ жил в кущах. Called Sukkot. And they do that to remember how they were provided for by God in the wilderness for 40 years. Они делали это воспоминание о том, как Бог пёкся о них все время пребывания в пустыне. And this is God saying, I will restore to you the days when there will be festivals. И другими словами, здесь Бог говорит, я еще пошлю дни, которые будут для тебя праздничными, мой народ. Now we skip on over to chapter 13. Теперь мы пропустим несколько стихов и обратимся к 13 главе. There is a repeated threat of there being no lasting legacy of the people. В 3 стихе говорится о том, что они ничего не оставят после себя, зато они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с губна и как дым из трубы. То есть они будут, но после них ничего не останутся, они тут же придут. Near the very end of chapter 13. В самом конце 13 главы. God finally comes to the point of saying he is going to judge Israel. Бог еще раз говорит о том, что будет судить Израиль. And you may think, but I've said that 100 times in this book. Вы, наверное, можете подумать, но в этой книге уже не первый раз об этом говорится. Well, now we're at the very end. А теперь мы добрались практически до самого конца книги. And God is going to be to his people like a lion, a leopard, and a bear. И Бог будет для своего народа как львица, как медведица. He's going to tear them open. И будет раздирать его. They have tried for their entire national history to oppose God. За всю свою историю, как народа, народ израильский постоянно пытался противиться Богу. When he is actually the one who was wanting to help them all along. Тогда как сам Бог все время пытался поддержать и помочь им. And now that judgment will come. И вот теперь наказание неотвратимо, оно грядет. Says he will not relent. And in verses 12 through 16. В стихах с 12 по 16 по 15. The image is of God like a coiled spring about to strike. Рисуется образ пружины, на которую сверху накладывали груз, но которая в итоге развернется и сбросит с себя все. In Texas, where I'm from, я из Техаса, и у нас we have a certain kind of snake we call it a rattlesnake. У нас есть гремучие змеи. It is a poisonous snake. Это ядовитые змеи. With rattles on the end of its tail. И на конце у нее такие специальные чешуйки, которые гремят. And its bite is very poisonous. И если эта змея укусит, то это будет очень ядовитый укус. I was taking a walk through the woods near my house one day. Однажды я гулял по лесу недалеко от своего дома. And I was going to cross through a fence. И собирался перейти через забор. So I had to bend down to go through some wires where the fence was. Там был забор, а вверху the barbed wires. Yes, barbed wires. А вверху такая колючая проволока. Мне нужно было наклониться, чтобы перейти. And as I bent down close to the ground. И вот я склонился низко к земле. I heard the rattles of a rattlesnake. И услышал, как гремучая змея издает звук. And about a meter away from my face.
И где-то в метре от моего лица. Was a rattlesnake coiled, ready to strike. Я увидел, что она свернулась клубком и выставила голову, собирается напасть на меня. I want you to know, I moved back very quickly. Друзья мои, хочу вам сказать, я очень быстро отпрянул. This is the picture that God wants Israel to have. Вот именно такой образ рисует Бог народу своему. He is ready to strike with judgment. Он готов напасть на свой народ наказанием. And if they would just back away from their sin. И если они отпрянут от своих грехов, от своих беззаконий. Even yet there is hope for no destruction. То даже в эту минуту у них есть еще надежда на то, что Бог не истребит их. And what would it look like for them to back away? А что значит отпрянуть? That picture is given to us in chapter 14. В 14 стихе мы об этом читаем. В 14 главе мы об этом читаем. I believe chapter 14, especially verses 1, 2, and 3. Мне кажется, что в 14 главе, особенно в стихах 1, 2 и 3, gives you and me the best picture of what repentance looks like anywhere in the Bible. Содержится прекрасная картина того, что такое покаяние, наверное, лучшее во всей Библии. Anyone who was looking for an answer to the question. Если человек ищет ответа на вопрос, What does it mean to repent? Что значит покаяться? We'll find it here. Он обнаружит этот ответ здесь, в этих стихах. Would someone read verses 1, 2, and 3? Давайте прочтем вслух 1, 2 и 3 стихи. Chapter 14. 14 главы. Пустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы будут разбиты, и беременные будут рассечены. Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Четвертый давайте прочтем, потому что первый относится в английской версии к предыдущей главе. Значит, в данном случае мы читаем второй, третий, четвертый стихи. Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделия рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Спасибо. То есть первому, второму и третьему стиху в английской Библии соответствуют наши второй, третий и четвертый. Repentance consists of at least three elements. А покаяние включает в себя как минимум три компонента. One, it is and owning the fact that we have sinned and asking for forgiveness. Первое это признание того факта, что мы согрешили, и просьба Бога простить, к Богу простить нас. And we see that in verse 2. И во втором стихе мы об этом читаем. Any one of God's people who would repent must first admit their sin and ask forgiveness. Для нас это третий стих. Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. And then we must affirm our trust in God. А затем мы должны подтвердить свое упование на Бога. And what that means is we renounce all other trustings. И это означает, что мы отрекаемся от упования на кого бы то ни было еще или на что бы то ни было еще. We won't trust in Assyria or horses. Ни Ассуру не будем доверять, ни коням. I will not trust in the might of the United States of America. Я не буду уповать на могущество Соединенных Штатов Америки в моем случае. You will not trust in the Russian government. Вы не будете уповать на правительство, например. We will trust in the Lord God and Him alone. Теперь мы с вами, как христиане, будем уповать на Бога и только на Него. And then we will affirm God's goodness. И дальше необходимо как бы подтвердить для себя благость Божию. That's the point of the last phrase. In you, the orphan finds mercy. В этом и состоит суть последней самой фразы четвертого стиха, что у тебя милосердие для сирот. What does Hebrews 11:6 say? Что говорится в послании к евреям 11:6? Without faith, it is impossible to please God. Без веры Богу угодить невозможно. For the one who comes to God must believe that He is. Ибо всякий приходящий к Богу должен веровать, что Он. And that He is a rewarder of those who seek Him. Вознаграждает ищущих Его. God is good. Бог благ и милостив. And when we affirm that. И когда мы это подтверждаем своими словами. And our trust in Him. Наше упование на Него. And our request for forgiveness. И просим Его о прощении. That's true forgiveness. That's true repentance. Вот это и значит истинно покаяться перед Богом. And what follows from that is true blessing. И это потом
После этого в нашу жизнь приходит истинное благословение. And it is the blessing of knowing the Lord. Это благословение познания Бога. And that is the beautiful picture we get of Israel in the future in verses 4 through 8. Из 5 по 9 стихи мы читаем обещание благоволения Божьего. Прекрасная картина того, как Бог будет благоволить к своему народу. All the beautiful pictures of blessing come in verses 4 through 8. Mm-hmm. And that will be the blessing that will come to Israel in the distant future. Это те благоволения, те благословения, которые получит народ израильский в такой долгосрочной перспективе, в отдаленном будущем. Where Israel will be as solid as the cedars of Lebanon. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилии, пустит корни свои, как Ливан. And as fruitful as the olive tree. И расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. All right, and that brings us to the end of this book of Hosea. С этим мы с вами подходим к концу книги пророка Осии. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. When was this prophecy fulfilled? I believe this prophecy is not yet fulfilled. Мне кажется, что это данное пророчество еще не исполнилось. As far as we know, they did not repent. Насколько нам известно, они не покаялись. So destruction came, and I think this is a reference Поэтому to the far distant future. Разрушение их постигло, а это пророчество исполнится в отдаленном будущем. Вот 13 глава, 14 стих. Вот он как-нибудь прокомментировать не хочет. In our Bible, it's chapter 13, verse 14, because we have a different division here okay, a little bit. Okay. And that's why, you know, keep asking. Yes, I understand. Could you comment on that somehow? Which one? 13, 14. Okay. Death, where are your thorns? Mm-hmm, mm-hmm, that one. Mm-hmm. Obviously, that is quoted in the New Testament in 1 Corinthians 15. Понятно, что это цитируется в Новом Завете, в 1 Коринфянам 15 главе. I wrestled with this a lot. Я долго размышлял над этим стихом. And it is difficult to say exactly what I think Hosea is trying to get across. И мне кажется, что определенно вряд ли можно сказать, что здесь пытался сказать Осия. But he makes those comments while wrestling with whether or not to forgive Ephraim. Но здесь речь идет о том, прощать или не прощать Ефрем. Shall I give them up to death? Должен ли я предать его смерти? And he comes down on the side of saying, I will give them up to death, I will not have compassion on them. И в итоге раскаяния в том у меня не будет. Я предам их смерти и не буду являть милости своей им. So I believe that those two lines Поэтому мне кажется, что эти два стиха about death and Sheol о смерти are God's decision to allow them to taste the full measure of his judgment. Это решение Бога дать им вкусить в полной мере его суд, его наказание. And then when Paul quotes them in 1 Corinthians 15, когда Павел цитирует этот стих в 15 главе 1 послания Коринфянам, he's saying that for the believer in Jesus, we have escaped the full measure of God's judgment. Он говорит о том, что мы, как верующие в Иисуса Христа, избежали того, чтобы в полной мере вкусить наказание. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.